чё за гильдия Sunrise? Что ли, как бы так? А чё ты хочешь о ней знать? Sunrise. А там слёзы линковали. Что линковали? Слёзы линковали, а чего? А. Какие слёзы? 25? Ну, да. Но... Они с кнутами ходили, ребят. Они с кнутами, да. Там не фулл гейм-рейд был. А, ясно. Молодцы, поздравим их. Кого? Каких-то людей, которые что-то сделали. Крен бы они сделали, то ачиву без кнута. Ты такой мажорный. Вар, да, какой-то вроде? Да. Это щито. Что? С кнутов, короче. Но у меня все персы мажор, не мажор. ПВП-шер. Да. Да это не ПВП-шер, это чувак. Раньше гильда дистанция была или как-то там. Вот, да, он, типа, была там... такая. Дистанция, вот. По-английски. Да-да-да, дистанция, вот. И он, короче, там типа гэмом был. Ну не гэмом, а этим. Рейды водил. Короче, он войдом был. Попросился Фурика на поле. Не, молодой рыбак — это другой чел. У него шаман. Это маг, мажор. У рыбака много персов. Это адекватный человек? Мажор с двумя олдами. Ну, он адекватный, если падать типа не будем. Падать не будем, да? Ну, типа того. Интересно. Еще ралли с нами не идет. Если не падать... Он не идет, он на хэнте. Так, он на маге. Он на хэнте. А где Капар Сивин? На варе. Кто-нибудь помнит, с адептов Доброта был такой, Владимир? Ну да, помню. Это тоже неадекват. Не, в смысле, Доброта вроде нормальный чел был. Но если и это тот. Доброта паладин? Да, это тот типок, который херню потом изливал, когда ревнул с гильдии, что ли, вроде, да? Он, по-моему, уже был в гильдии, потом что-то не ходил никуда, его кикнули. Кулак по рогам, дай паладин, кто там бафает. Друиду кулак. А в каких именно адептах? Первых или вторых? Вторых. Кто бафает кулаки, блядь? Олег, а ты в первых был, да, получается? Да. Первые, вторые. А чё, кстати, первый зачем, ну, типа, распустили? Там издадзоны ЕПГП. Лидер, ты ну, Ваня. Пристабав. А, и лапу. Интеллект, лапу, каску, хантам. Дай тебе этот, поставьте маунта, я куплю свечи, баф, листобан. Ладно, Ваня, АФК, Валера тут, если ты тут, пуляй. Подождите, сейчас. Блин. Ничего страшного. Ладно, сейчас успеем валить баф. Поклонский готов. Этот хант с меткой, что ты тут делаешь? Лучше так не делай.
Ваня пришел? Да, тут. Хорошо. Ну давай тогда босса танчи. Поставьте маунты, купите. Валера. Первую копию. Вроде вторую. ДК, стой. Подожди. Все, спасибо. Все. Плен готов. Ну все, запускай. Цирк приехал. Там, короче, две собой друг дружку ставят, старик думает, лагает. Ну, сейчас самород вместе, если вихрь повернется к нему. Первая копия. Ой-ой-ой-ой. Вот это был вихрь, да? Прикольно, да? Повезло. Баг был. Спасибо, Вар. Разве не баг был? Или кто-то сорвал, что ли? Не, кто что вроде сбивает. Забирай в первую копию, Ваня. Ваня, забери. Пухнастик, подними уничтожатора, пожалуйста. На всякий случай. Деморонайзер, давай сакру. Ретрики, можете капельку на деморонайзера. Экстримка на демонорайзера, седли на пол-литра. Да, с пол-литра умирает смерти храврых. А нет, не умирает. Кстати, хотел спросить, вот получается, когда во тьме был, не мог капли кинуть, почему? Диван надо с себя снимать. Не знаю, надо нажимать на блайнд жертвенности. Бывает такая хуйня, я не могу, например, драконов на синдре прочей бить локом. Давайте 10 секунд кушаем рыбу, потом можно пулять. Я рылок. Давай. Подожди, я бегу. Мои братья гибли. Ну пускай там набегут. Да куда? Ну зачем шамана уронили там? Ну все, пуляйте там, кто там разобрался, потому что. Где рыба? Вода, может, ты кушаешь. Присутствие их настоящего лидера. Слуги, обратите их в пепел. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно: их нужно Так, давайте пишем аркан, на какой спек роллинг, куда я пополучаю. Ваня, танчишь свет, Валера, тьму, свет хилит. Интересно. Шама, кто чё хилил? Я свет, но я не пойду больше свет, не хочу левое ГП, которое не мое получает. Да нет, это твое ГП, ты там не убегаешь от трэш. Ну ладно, ультрашам, давай тьму. Я вот тут стоял, за лунным учеником, вот здесь я был, меня убил трэш. Ну, значит, половину на пустую, половину на пулу. Ну, хилом надо подальше отходить, чтоб тебя трошали. Горгот, Катагорчик, свет, ультрашам, все остальные тьма.
Слушайте. А мне послышалось, или Ультрашам сказал, что я свет, но я больше не хочу в свету, что-то там левое ГП. Нет, нелогично. Не там мозги. Горгот, как огурчик, свет, остальная тьма, диспеллит, ну, войд, свет, диспеллит. Я свет сам. Хороший человек. С кем-то, а то я... Ваня, танчишь свет, Валера, тьму. Паладина распределили ауры длани. Верте пати добивает големов. Корзул кинешь СС на как огурчика на третьей фазе. Чек на пул. Слушайте, а где баф от мага, хорошо, от друида? Друида где баф? Ну, нету бафа. Не баф на ней. ГП ему. Баф на ней уже. Ваня, готов? Клёна. Да, то начинаем. Ну, не, Клёна, ты тут? Клёна. Крик на ХП просит танк. Это крик пуля. Клёна, ты тут? Нету его, видите, звезды нет. Виталик, ты тут? Тебя ждем. Ладно, арка, крикните, короче. Виталик. Виталик, Виталик. Виталик Кун, вы где, сука? Виталик. Что, блядь, я же написал, пойду ссать, нахуй вы меня зовете? Вы думаете, я хотел писать быстрее стану? Ваня, ты тут? Он пришел уже. Группа поддержки, блядь. Иду. Все, готов. Валера, начинай. Антон, ты шейролишь, надо тебя копар. Чего? Пошей, ты ролишь? Да. Встали в квадрат, отошли от Халиона перед метеором. Будет метка. Побежали. Смотрим лужи. Лужа в рейд. Так, Харзул метка, хилы, диспельтис, свет, первая фаза. Талик, квадрат. Церезит, метка. Церези. Побежали, нет, побежали, метеор. Смотрим лужи. Тут рейд. Четвертая пати будет бить кружок после первой фазы. Так, заходи, Валера, прожми щиток. Рейд зашли. ХП крик. ХП, да. Вот неплохо, но уже нет. Дали, дали. Дали, квадрат. Сержи, Кинер, Гаргота, Пухнастик, Ультрашами. Резит метку назад. Да, уже на Малина, вот так, да-да-да. Ну диспель ты, бля! Войд, слышишь, как он нервничает, диспель? Войд светон. Какой светон? Он что, сова? Не, он завис. Блин, он завис. А-а-а, ладно, туда по диспелю. Слай. Заходи. Заходи. Надеюсь, фух, Войтер Дру, фух. Двойной совы. Туда иннер. Ультрашами. Смотрим. Сейчас будет лезвие с метеором. Или не с метеором, но с какой-то херней. Не помню, как называется. А, с лезвием его. Кавкер назад. Лезвие, переходка, ждем. Сколько
сколько там? 1-1 уже. Зал жарик переход. Перешел. Ты вылетел или тебе БР? Давайте, выходите, свет, Машека. Свет, рост, свету давайте. Первая метка, свету назад. Кто там диспельте? Здорово, выноси. Сам себя диспельшь. Перебегайте. Пристыни, не забываем бить через рыв разума. По КД просто. Большого. Танк, танк, танк. Успел. Там кто-то попал, прожмися. Да, все, ДК упал. Все, упали? Да. Ты это залагал. Сорян. Да ладно, к нам первый упал. А я еще привет, ребята. Аня, на тебе вторая была метка уже разве или что? Ну, ты про кош, что ли? Ну да. Я как бы была метка во тьме, когда выходили, я выносил. Не заметил. Ты это все будет виноват, что он на ФК-шел на первой фазе. Почему метку не диспелили? Я стоял там 5 секунд. Слава ФК-шел. Ну не ФК-шел, он там вылетел или что там было. Славик залагал, остался свято. Он зашел только по пассе. Да там по голосу такое ощущение, что Копар сейчас как Нурмагомедов просто, блять, клетку перепрыгивает и начинает ебашить. Душать. Всем привет, я вижу у вас РС-очка, да? Привет. Чё, у меня кто там? Палмак? Кто вам нужен? Говорить. Нужно просто убить Халиона. Слайк не разлагал? А то он в РК написал, что он лагает. Нерв ебаный, ищите РДУ, пишет. Конечно, мамка зашла, пизды дала, блядь. Че не спит, 5 часов утра, блядь. Все, пошел спать. Разлагал Войд. Напиши что-то, если разлагал, и мы начнем. Он пишет, что у меня задержка 1246. Интересно. А нет, это вроде бы. Это только по спинному мозгу, а там еще камень зайдет, это вообще пиздец. Ай, мах, дай баф. Ладно, пока норм, давайте троним. Кто такой здорово, дайте баф. КЗ. Это Одесса. Ооо. Ваня готов? Руки. Кавкер готов? Ваня, Хавкер. Да, готов. Все, Валера, иди начинай. Кинь Славу через плечо. Да, все. Начал ахаха писать в рейде. Слава, что вы можете перерелить уже, значит. Деморнайзер. Нет. Тиор. Инстаграм. Спортива. Спал. Как огурчик. Бежали метеор. Рудеус, ты умеешь диспелить во тьме? До стенки. Диспелить во тьме.
Здорово, мед, играйте большого дилемма, Алиона. Заходим, рейд. Находим. Лаги, блядь. Ну, поиграй без лагов, пока только убиваем. Алиона там может с лагом играть. Какими лагами? Бейте метку, он специально метку поставил. Автор назад. Гдеус диспель. Приз, бей через рыв. Хорошо. Который на добивание сейчас. А на второй фазе зачем через взрыв? Ну, когда похлепал манрик. Скажете, когда зайти. Ну прикольно. Дай там стоять долго еще. Может прогреть свою вперед. Здорово, заходи. Сейчас будет лезвие с меткой. Внимательно. Клёна, Иннер, Ультрашами, Сержик тоже, Пухнастик, Гарготу. Корзол, смотри, лезвие, не умри, пожалуйста. Отлично. Горгот уже залили ману. Ну что дальше? Равно надо заливать. Меня еще до того залили, как ты сказал. Ох. Ладно, не метка. 52, Вань. Угу. Так, смотрим. Лезвие, метка. Ждем метку, не выходим. Никто никуда не выходит. Метку ждем. Мелисса, метка. Все, выходим. Так, стали в квадрат. Корзул СС на Холипала. Мелисса, выйди, свет. Рост, свет. Корзул назад, метку. Встали в квадрат. Бежали. На танке метеор, смещайтесь в квадрат. Во тьме дали рост, смотрим лужи. ДД играем большого голема. Мелики мелкий трэш, хавкер выноси метку, но пула нет. Дисплею. Давайте большого голема все играем, быстрее. Мелкий трэш, Алена пока не бьем. Все в трэш влились. Как огурчик, выноси метку, танк прожмись. Ультраша, метка. Метеор, побежали. Смотрим. Смотрим лужи. Лужи текут в рейд. Стали в квадрат. Хаба, выноси метку. Ёперный театр. Некогда. Клёна, подымай как огурчик. Пухнастик, Гаргота, Нелисса, пой гимн на ХП. На, все, подойти. Это ГП уже. ГП. А кому ГП? Кот пробежал по клавиатуре. Ну, Эршами и Холипалу. А Эршами за что? Ты умер. Ну, я умер, и что? Чего? Правильно. Так а за что ГП-то? Я не понял, что. Ну так танк не ловил. Я стоял, посмотри, где мой труп. За миликами, аж далеко за миликами. Вот я лежу за всеми, грубо говоря. За друидом даже, за Клёной, за Сержиком. Ну, я вижу, что ты лежишь возле кота, который бьет трэш, возле Элемы, совы, но это не за миликами. Милики впереди лежали, он вар упал, прямо у босса, еще кто-то. А вары в тьме? Я не пойму. Да ладно, не переживай, там это ГП потом скинется, через месяц. Я не переживаю, просто я не считаю косяком в данный момент сейчас. Когда я косячу, я признаю всегда. Ну, может, 10 делов на пуле. Я, конечно, ну, может, глупость скажу, но при чем тут милики, блядь? Не знаю. Ты же ориентируйся на протопала. Какие при чем тут, нахуй, милики, я не пойму. Thank you.
Притом я просто сказал, где я лежал, чтобы вы посмотрели, где мой труп лежит. За РДД забили. Я не думал, что сразу два хила упадет. Вы потратили все БРы? Медина да, и Агибути. Можно да, было сразу поднять, дать гимна отхил, сакру дать и продолжить дальше. Кого там... я БРнул до того, как ты сказал, кого ты там учишь? Ну тут я еще говорил, кому поднять. Пухнастику. Там просто один человек только встал. Ладно, это уже не важно. Ладно, просто реакция быстрее. Чё там, Нелиса, Хавкер, готовы? Ваня. Да, я конфету ел. Ваня, готов? Да, я думаю, в чём беда, там Трися на пуле. Ну, давай, начинай, Валера. Не буду, короче, показывать пальцами, кто там напуливает. Это не смысл. Ну, пула мало, просто два ханта и рога. Поэтому следите за огром. Не терпать же. Смотрим, лу уже опять. Когда нет лужи, тогда все просто, да? И как только лужа, так все. Грамм. Диспельте его хилы. В четвертой пати будете кружок бить после первой фазы. Нелиса, наноси, возвращайся через хост. Но если ты не прожмешь точку, ты умрешь. Это будет ГП. Так, он залагал. Да? Ну давайте заходим в ложу тогда. Что, умираем, нет? Да. Поклонский, ты в РК? Без аэродрома все равно не убьем, нету смысла править. Может, я к выпуск скажу, но он не добежал. Но он на месте стоял просто, и все, может, лагал. Да, он не лагает. Я посмотрел по карте, он очень далеко стоял. Но я как-то успел добежать. Ну да, они должны подтверждать готовность. Ладно. Вылетим, давайте его кикнем, пока вылетает. Лаймон, ты в РК? Да. Ты хили когда-нибудь ирдру уже? Да, конечно. Хорошо, будешь диспелить во тьме. Хорошо. Ну давайте, шкаф. Рейд хороший, главное не надо умирать от трэша хила, и мы убьем. Тогда мы будем переставать хилить танков, когда трэш выходит, будем ждать, пока его снимут, а потом начнут хилить, и тогда мы все умрем, правильно? Нет, я кучу раз хилил. Это нормально. Ну а что же тут миллион раз хилю, никогда меня трэш не убивал. Так, давайте последний трай дадим и разойдемся, потому что Ване уходить надо. Считай, это косяк там. Куда? Мой. Умой. Уклонского что-то я не вижу в онлайне. Почему не идет мод, не знаете? Давайте быстрее, серьезно отнесемся к траю, убьем. Клаймен, подтверди сумон. Ваня, я подтверждаю, но не идет. Лайт еще не вылетел. Ну вот, начинается проблема. Все, вылетел он. Кинь, подтверждай сумму. Палитра вышел. Молодец. Хорошие новости.
Сейчас, секундочку. Его будет хакнул. А чё, Варенька, типа, всё? С лупашку? Ну, надо было уходить что-то быстро. Бачеславия же есть. Самогон спиздил, да? Бачеславия же есть вроде ДК в танке. Ну, я могу зайти на БДК. Войтом почему-то что-то там, блин, какой-то. А дайте пристабав. Кто такой? Там, как войдет ДК. Что-что? Говорю, давайте позовем вот этого жабыча, которого... Кто он такой, я не знаю. Который вышел только что. Ну, все. Типа сову я думал позвать. Тут Поклонский где-то был. Или какой-то Рога, или какой-то Хант. Сова, в принципе, Сержик есть. Хуёржик, блядь. Я могу зайти на БДК. А нет, можно Войда загнать на какое-то чмо, которое не сильно важно, если сдохнет. В смысле, на любого персонажа. Ну, он с совой может пойти, у него там и сова есть. Что-то мне не нравится, что он летает. Там Грегор написал, я зайду сейчас. Чего? Ну, пусть заходит, давай сейчас на БДК зайду тогда. БДК зайду. Full Metal до сих пор строчит, чтобы его в гильдию какую-то приняли. Очень хочет в гильдию. Клёнов, подожди, не офайся, он с БДК зайдет, а ты с ОС там. Кто? Ну, Макгрегор, у него же БДК, а не СС. А, ну сейчас я зайду назад, окей. Шалом, ребята. Здорово, шалом. Шалом. Пойдешь в ВК? Да. Хорошо. Так этот... После РС-ки. Ну, я этот в РС, или что, что там? Да тут добрали БДК, просто посиди с нами, поговори. А? БДК, если мы, конечно, убьем РС. Не, ну если что, я буду этот, на запасной игрок. Запасной игрок. Как в футболе, да? Да. Замены. Хавкер готов, Поклонский зашел в РК? Тут скорее как да. Какие замены, каждые 5 минут. Поклонский, ты тут? А, вижу в РК. Ты танчишь свет, ты понял? Двоих. Плюс они что понял. Отлично, Валера, начинай. У нас задержки из-за того, что люди вылетают и офаются, надо уходить. Плохо. Так, хаба выноси. Крутый, ловкий. Крик на хп. Смотрим, лужа. Лужа коварная в рейд. Хватит квадрат. Здорово, метка. Дрдеус. Через хвост возвращайся, побежали. Смотрим лужи. Нормально. Настик метка. Так, заходи, Валера.
Рейд заходим. Четвертая пати остаемся. Метку назад. Сержа, Кинер, Гарготу, Бухнастик, Ультрашами. Есть не панцирь по-клански. Стримка назад. Лезвие. Смотрим лезвие. Скашка, да? Так, стримка, выноси метку, заходите. Сейчас будет лезвие. Длани на экстримке нету. Сейчас будут лезвия с меткой. Кто-то прослакал с длани, внимательно. Смотрим лезвие и метка. О, нам не метка, повезло. А? Так, Клёна, Инер, Гарготу можно. Ультрашами уже залил. О, Деус метка. 52. 52, переходка, и будет еще одна метка. Ждем метку. ПС повысился почему-то. БДК стал лучше дамажить, да? Это время больше ДКС, чем у прошлого. Выходим в свет. Стали в квадрат. Тьма рост. О, свет рост, точнее. Свет. Чё тебя так прошибает? Так плохо. Мне это не нравится. Побежали, метеор, тьма рост. На фоллоу. В смысле, блять? О, это баг. Наверное. В смысле, я стою, блять, с вами и нахуй. Это баг, баг. Все сдохли, кроме ультрашама, да? Чего, кровавая метка? Ты спрашиваешь, не кидал? Падаем, да? Смотри, да. Чем прикол. Мы когда перебегаем, я в центре разворачиваюсь и подрыв делаю. Я, блядь, приземлился, сука, и сдох от дыхания. Короче, если ты во время дыхания находишься, так скажем, ближе к передней ноге от центра босса, то тебе в любом случае пиздец. Это вряд ли баг, но... Ну, как бы баг, потому что убивать он должен, когда дышит, а не когда начинает кастовать. Ну где-то там вот это у нас. А, ну типа он начал кастовать, знаешь, ты уже труп, да? И ты находишься перед его мордой, да, ты труп. Не, по-моему, тут уже похуй, где находишься. Блин, Поклонский, посмотри там, все правильно у тебя с перцем. Что-то тебя вообще сильно прошибает. А кто у меня спиздил МК? Не знаю, ты не дамажешь. Ну, ты не дамажишь. Ты с МК меня не передамажил. Блин. Что-то Макс сам решает. И бы никто в ПМ об этом не писал, не просил. Сэдли, готов? Лап, пристабав, Кристи. Готова. Это девушка. Сэдли, это плюсик поставь, если тут. Так, 27 минут уже в рейде, плохо. Кулак по барам, по ДК. Роги. Это первая резка или вторая? Нет, вторая. Так ты и фуловый еще. Все, Валера, начинай. Дайте коту кулак. Коту кулак. Вот там бафает кулаки. Тот фуловый. Элем.
Блин, метка. Жал бы сумму. Смотрим лужи. Здорово, наноси. Возвращайся, блин, к метеор. Ой, там пишет. Смотрим, ловушка или лужа, как она называется. Путаюсь. Лезвие, метеор, Алён, объём, Мелисса, метка. На секунд до переходки уже фаз. Нормальный ДПС, который не помогает. Заходим. ДПС много толку. Мало. Ага, поклонская не уроните. Сержа, Киннер, Гарготия, Настику с дрошами. Дрошам выноси. Гаргот хиль этого уничтожатора. Трон. Не любит прожиматься на второй фазе. Деморанайзер, метка. Заходим, четвертая пати, Фатиму. Лезвие с меткой одновременно, Гаргот, внимательно, не в лезвие, стой, подожди. Первый классный диспал, не понравился. Это не я. Это не ты. Хорошо, что не ты. Повезло, что нас не притянуло. Вдеус, метка. 52. Ну, пускай человек доходит, тогда диспельте. Сейчас лезвие и смотрим новую метку. Ждем метку. Никто не выходит. Сержик, выноси метку, свет выходим. Входим в свет. Стали в квадрат. Рост, свет. Далися назад. Иннеры по КД Гарготу заливаем. Побежали метеор. Во тьме рост. РДД свет, бьем большого голема. Уже в рейде, внимательно. Машека метка. Тебя диспелить или нет? Да. Большого голема играем. РДД бьем большого голема. Милики мелкий трэш. Калена свет не бьем. Во тьме рост. Есть у нас рост. По юге им на ману, можешь поставить тотем. Ставь тотем, выноси метку и сам себя диспель. Прожмись, БДК, каплю на поклон, каплю на поклон быстрее. Агро! Побежали, метеор, это плохо. Агро. Боб дали, там боб дали. Да. Yes. Зачем ты боб кидаешь на МТ? Ты промахнулся, да, наверное? Это не я. Я каплю. Да он как огурчик. Зачем вы делаете то, что вас не просят? Я же сказал, протопал. Дай каплю. Я просто сказал паладин. Да. Я уже думаю, агро это. Ну ладно тебе. Так и его боб можно было снять. Ну, можно было боб снять, если бы я танчил, я бы снял боб, может упал бы кто-то один максимум. Но если по такой логике, то можно хилить в центре всем хилам. На пул же должен же быть, не отбегать от трэша там и так далее.
классные трай у нас. Войт вылетает, Боб на МТ. Бага на экране. Нравится. Классные трай. 23-34. 22-34. Давайте быстрее, хочется в ВК сходить. Чек на баф. Скоро я устану и буду злым. Клёна готов? Сэдли. Клёна. Всего лишь 4 трая, такое ощущение, что вечность, блин. Да, еще не было ни одного нормального трая. Клёна, ты готов? Сейчас что, он там обосрался, что ли? Всё, готово, Валера, начинай. Сейчас должна... что-то случится необычное. Диван? Ну, может быть. Дисконник будет на 1% халиона. Оба метка. Отошли от босса, метеор. Бежали, метеор. Смотрим лужи. Повезло. Как огурчик метка. Стали в квадратик. Отошли от босса. Кто во фрейме стоит? 100 грамм отойди, сейчас метеор будет. Настик выноси. Под спринтами возвращайся. Метеор, побежали. Смотрим за лужами. Харзол, у тебя СС, КД? Отошли. Нет, последний трай не будет. Спел гимн на ХП, мне понравилось. Клайман подымай, пьем чего. Больше не буду так спасать вас. За меликами прятался. Да, я спрятался за меликами. Заходите, рейд, бафы по квадрату. Так, что там еще это... крест есть. Стали в квадрат. Так, Сержа кинули Гарготу. Оп, к Насте к ультрашами. Сержик наноси. Теперь гимна на ХП не будет. Плохо. Кулак по ДК дайте. Точно не по себе, просто баф дал. Заходите. Блин, маны нету. Какая-то обнова странная. Раньше приезды не садились по мане. Смотрим лезвие. Метка. Здорово, выноси метку. Я умру только в лезвие. Быстрее убегай. Нормально. Клёна иннер ультрашами, если не заливал. Хаба метка. Последнее лезвие с меткой. Ждём. Валера, нету крика на ХП. Ждем. Ждем метку. Лизнит эта метка. Все, выходим в свет. Дали квадрат. Рост свет. Шека назад. В
и бежали метеор. В эти не дали рост. Свет бьем большого голема, мелики, мелкий трэш, халена, когда будет 40% не бьем. Фарзул, метка, СС на это. Отлично. Все играем большого голема, мелкий трэш быстрее. Налиса, давай гимноману, горгот, тотем ставь. Трэш, помогаем слить мелки. Стали в квадрат, хаба метка. Диспеля, стали в квадрат. Бьет метеор. Стримка метка. Где там этот метеор? Побежали. Смотрим лужи. Халена, свет не бьем, ждем трэш. Большого голема играемся. Нашека метка. Всех большого голема. Нету коша. Да, я вижу, что нету коша. Ни к чем метка. Трэш играемся. Дотаем халена и добиваем большого голема. Халена, играем РДД. Халена. Трэш не бить. РДД. Налиса метка. Налиса метка, блин. Качай ДБМ. Точку прожми. Бежали, прожимай точку, убегай. Смотрим лужи. Давай сакру, каплю, поклон, на поклонского каплю кидай деморонайзер. Сам себя диспель. Большого голема играемся. Бля, не могу выделить таргет большого. Быстрее большого голема. Здорово, выноси метку. РДД в халена быстрее. Сам себе диспель. Иннеры горготу дали. С две совы и кот. Побежали метеор. Сейчас взрыв. Бейте. Ну, кстати, да, забыл. Какой вар вечно так близко стоит? Смотрим лужи, нет, нет, лужи. Спокойно, бьем большого голема. Выноси метку. Подальше трэш отведи. Диспелю. Большого голема сыграть. Налиса, давай гимна отхил. Пою гимноману. Ты гимна отхил поешь. Моба заберите. А, это вход, наверное, стоял. Диспелю. Играем в трэш. Все в трэш. Сыграли сэдли метка. Последний трэш пережить и убиваем. Алена, свет не бьем, ждем трэш. Ждем трэш. Кабы выноси метку. Диспелю. Играем большого голема. Деморонайзер капельку на Поклонского. Сакру, боже. Давай сакру тогда. Отлично. Тогда вторую сакру. Потом третью дашь. Все, добиваем Халена. Давай, диспел. 60% можно добивать. Можно стоять в метеорите даже. Смотрите, сейчас метеор будет, мы будем стоять и вайпнемся. Как-нибудь вайпнемся или нет? Нет. Блин, не задело. О, групп лут. Ну отказывайтесь. Заберу себе. Чешку кто-то нажмите, нажать нужно. У кого нет, у меня просто она есть, и она мне не кинется в сумку. Капец. Я вообще такой тормоз. 300 кп. Так, подвеска, полутени, ролим. Ради этого ты забирал у меня МК? Я? Ты при чем? Я не помню такого. Выше, да, походу?